Подозрительный пакет посреди улицы, никто на него не обращает внимания. В Луцке местные активисты решили провести эксперимент. Свои действия согласовали с милиционерами и приступили к делу. В людном месте ставили пакет с макетом взрывчатки и ждали, пока кто-то сообщит в милицию о подозрительном пакете. Однако фейковая бомба несколько часов пролежала на улице, и никто даже не потянулся рукой к телефону. Тогда активисты решили изменить тактику. Пакет перенесли прямо на центральную площадь города. Даже сделали большие надрезы, чтобы было видно сам механизм. То есть проводки и пакет порвали, но люди не видели предмет. Тогда организаторы акции начали действовать еще решительней. Забрали макет с улицы, сели в машину, набрали скорость, а псевдобомбу выбросили из машины прямо на ходу. Только после этого в милицию позвонили. Выкинул пакет и по газах, и пошел вниз. Выбросил пакет по газам и ушел вниз туда, в сторону банка. Я пошел сюда, чтобы позвонили. Вышли, с мобильного позвонили. Шутки шутками, но видите, что делается в стране. С начала эксперимента в этот момент прошло уже более 3 часов. Я подошел, кинул пакет. На меня как раз 2 барышни с детьми смотрели. Так и пошел дальше без пакета. То есть никто даже не окликнул, что я пакет оставил. При том, что они меня видели и видели, как я ставлю пакет. Люди не осознают, что в стране делается. Однако невнимательны далеко не все. Например, в Одессе в милицию сообщили о предмете, похожем на бомбу, который кто-то оставил возле одного из билбордов. На место сразу приехали эксперты. Взрывотехники установили. Подозрительный предмет – это самодельное взрывное устройство. Его изъяли и уничтожили. Люди не пострадали. Еще одну крайне опасную находку обнаружили в Днепропетровске. И что интересно, пока не все смотрят под ноги на суше, местный житель проявил бдительность под водой. Подводный охотник в районе грузового порта Днепропетровска заметил подозрительные предметы. Сразу позвонил правоохранителям. Сотрудники СБУ и милиционеры обследовали подводные тайники, нашли 4 противотанковые мины. Открыли уголовное производство. Ищут тех, кто прятал мины в порту, и выясняют, что с ними собирались делать. Последние месяцы эхо войны на Востоке все чаще дает о себе знать. В машинах, которые едут из зоны АТО, изымают оружие, гранаты и взрывчатку. В мирных городах нередко раздаются взрывы. Одним словом, ситуация крайне напряженная, поэтому милиции лишний раз призывают быть бдительными. Если вы заметили подозрительный предмет, немедленно звоните правоохранителям.